Пылесос Vacuum Cleaner T1 выглядит стильно и красиво. На белой зеркальной поверхности пыль не видна. В отличие от черных пылесосов, на которые можно легко наступить в сумерках, белый хорошо виден в темноте. Убирает пылесос, конечно, здорово, но наступает момент, когда за ним тоже надо поухаживать. Есть много элементов, где скапливается пыль, и ее надо вычищать. Пыль и шерсть скапливаются практически на всех частях пылесоса. Сейчас я покажу основные приемы очистки пылесоса и части, которые нуждаются в очистке. Переворачиваем пылесос и с помощью крестовой отвертки откручиваем крепление боковых щеток. Волосы и шерсть цепляются за все вращающиеся детали. Но за короткий промежуток времени можно все очистить. Очищаем боковые щетки. При желании их можно промыть. При установке не перепутайте левую и правую. Эти щетки производители рекомендуют менять через 3 или 6 месяцев. Следующий элемент для очистки – это универсальное колесо. Много пыли скапливается в универсальном колесе. Здесь ее набилось столько, что колесо вращается с трудом. Для удаления пыли колесо снимаем, подцепив за паз отверткой или ножиком. Можно снять только колесо, а можно снять весь модуль. Эту часть можно мыть. Только перед установкой ее необходимо высушить. Собирается колесо просто. Не забываем про шайбочку. Очистка основной щетки. Вынимаем щетку и очищаем вручную или с помощью специальной щетки. Щетка находится в контейнере для мусора. Много волос попадает под резинку решетки. С одного конца щеточка имеет выступ с ножом. Вот с его помощью и очищаем щетку. С боков очень часто наматываются длинные волосы. Эту щетку тоже можно промыть. После того, как она высохнет, устанавливаем все на место. Очистка фильтра. Высыпаем мусор из контейнера и с помощью щетки очищаем фильтр от мусора. Пылесборник можно промыть водой. Рекомендуемая замена фильтра каждые 3-6 недель. Вот столько мусора я собрал с вращающихся деталей. Это где-то после 3-4 уборок. При условии, что в доме есть 2 кота. Датчики рекомендуется протирать сухой мягкой тряпкой. Комплект сменных деталей я нашел на Алике. Последняя стоимость $25. В комплект входят щетки, фильтр для пыли, фильтр для воды,
Насадка для мытья пола. Подписывайтесь на канал.